ममज्ञान धास्या ज्ञानंजना शाक चक्षुरोन्मेलिता ये न तस्म श्रीगुराव नम श्रीचैता मनोभ स्थापितताम ये नूतले स्वयंद स्वापदा वंश् कालपतरग्य कृप सिंधु पतिताने वैष्णवभ्यो नमो नम जय श्री कृष्णचैताभुनितानंद Шри Адвайта Гададхара, Шри Васади Гаура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе, Харе Кришна. Мы продолжаем обсуждать девятнадцатую ангу Бхакти из бхактира самарита синху, которая призывает садуку тщательно избегать оскорблений. Есть две категории оскорблений, два вида оскорблений. Сева-апаратхи и Нама-апаратхи. Мы прошли с вами. Сева-апаратхи оскорбления, которые можно совершить при поклонении Господу в форме божества. И мы начали с вами обсуждать нама аппаратхи оскорбление святого имени. Оскорбление святого имени 10. Обычно все знают этот список. И первым в этом списке, первым оскорблением в этом списке является садгунинда или в, а, оскорбление преданных вайшнава аппаратха по-другому. Мы начали с вами обсуждать вот эту тему Вайшнава Парадхи. Священные писания и ачари в своих трудах предостерегают нас от этого очень-очень настойчиво. Мы можем найти очень много предостережений против Вайшнава Парадхи. И все эти предостережения очень яркие, очень категоричные. Господь Читания сравнивает Вашнава Парадху с бешеным слоном. Это в контексте описания, в контексте сравнения Бхакти с Лианой. Что сначала в сердце человека сажается семя преданного служения, потом, поливая водой слушания и воспевания, мы достигаем того, что это семя прорастает, начинает расти, превращается в лиану. Но у этой лианы есть определенные угрозы, то, что мешает ее росту и даже угрожает ее жизни. Сорняки душат лиану Бхакти и могут привести к постепенному засыханию. Но хатимата, оскорбление Вайшнава, сравнивается с бешеным слоном. Он может вырвать с корнем эту лиану. То есть из всех опасностей, которые угрожают Бхакти, лиане преданного служения наибольшей опасностью является оскорбление лотосных стоп Вайшнава, посвятившего свою жизнь распространению славы святого имени Господа. А поэтому мы встречаем очень много предостережений, и это в действительности трагедия, катастрофа в духовной жизни, если кто-то падает на этот уровень Вайшнава Парадхи и последовательно и стабильно Совершает оскорбление Вайшнавов. Даже случайное оскорбление влечет за собой реакции и может затормозить или остановить, или даже отбросить назад нас в нашем духовном продвижении. Что говорить о, о сознательном и постоянном оскорблении Вайшнавов? Итак, поскольку эта тема очень важная, и мы в действительности должны стать способными избегать вайшнава аппаратхи. Вообще всех оскорблений, в том числе вайшнава аппаратхи. Мы должны иметь достаточное знание и достаточно самообладания, чтобы избежать этого. Поскольку это очень важно для духовной жизни, нужно разобраться в деталях этого вопроса. Нужно четко определить, что является оскорблением Вайшнава, не все является оскорблением, что может быть на него похоже. И наоборот, то, что мы не считаем оскорблением, может оказаться оскорблением и обернуться последствиями для нас. А, то есть мы должны быть трезвомыслящими и понимать, что является оскорблением, что нет. И уже на основе этого понимания контролировать свой ум и чувство а таким образом, чтобы не совершать оскорблений, и с другой стороны, не переживать, когда что-то похоже на оскорбление, но им не является. А, то есть нужно очень хорошо разобраться, что есть что. И в этом нам помогают наши очари, чистые преданные Господа, которые обладают безупречным характером и безупречным знанием именно они проливают свет на этот вопрос, и, пользуясь этим знанием, мы можем пройти свой путь назад к Кришне беспрепятственно или с меньшими препятствиями, именно благодаря знанию, которое можно получить от совершенных личностей. Сегодня мы будем продолжать разбор того, что дает Дживагасвами в Бхакти Сандархи» касательно оскорблений, в частности, касательно а, вайшнава аппаратхи. И мы также обратимся к некоторым другим ссылкам, в частности, к статье Бхактивноду Такура по поводу критики, замечаний и так далее, когда это уместно, и когда это неуместно. Итак, давайте вспомним, что было на прошлой лекции. В конце прошлой лекции мы начали эту тему. скажем, да, в последней части лекции. Пока мы обращаемся к Бхакти Сандарк, где детально этот вопрос обсуждается. И как и все наши ачари, как, в общем-то, принято в традиции, когда мы обсуждаем какую-то тему, мы предоставляем ссылки на авторитетные писания. Мы освещаем тему именно авторитетными цитатами. Мы имеем право на анализ, да, на обсуждение этих вопросов, но основой должны быть цитаты. Да. И все наши ачари делают так и так, когда Джива Гасвами открывает эту тему в «Пакте Сандарки 10 оскорблений, и начинает излагать ее. Прежде всего, он цитирует. Он цитирует из Пуран. Падма Пурана. Да. Первая шлока из Падма Пураны. Цар, сарва Парадха крид-апи Мучате Хари Построчно будем переводить. Итак, Сарва Парадха. Все возможные оскорбления, как вот, какие только бывают. Сарва Парадха Крид Апи. Даже тот, кто совершил все виды оскорблений, которые только возможны. Мучате освобождается от их последствий если Хари сам Шраят примет прибежище у Господа Хари. Какие бы оскорбления человек не совершал в прошлом, любые возможные оскорбления. Если он примет прибежище у Господа Хари, полное прибежище, сам Шраят, даже здесь подчеркивается, полное прибежище у Господа Хари, полностью ему предастся. Сгорят последствия всех оскорблений, сколько бы их там ни было. Далее. Харерапи апарадхан ях курят двипада ПАМСАНАХА Итак, если, ну если человек оскорбит Господа Хари, и здесь этого человека называют двипада Памсанаха, очень интересный термин. Двипада указывает на человеческую форму жизни. То есть человек, двипада означает двуногий, то есть, тот, кто ходит на двух ногах. То есть это цивилизованный вид э, жизни. В основном это цивилизованные виды жизни. То есть люди. Люди выше некоторые живые существа. Двипада. То есть под словом двипада здесь обозначен в целом весь вид человеческая форма жизни. И памсанага – очень интересный термин. В книге пропада это встречается, в Шримадбагу там он тоже встречается, встречается несколько раз. Памсанага – это человек, который дискредитирует э, своим поведением. Допустим, Кула Памсанага, как встречается в Шримад-Бхагаватам. Кула означает «семья» или «династия». А Памсанага означает «позор» этой династии или тот, кто своим поведением дискредитирует и приносит дурную славу своей династии. Это Кула Памсанага. Здесь Двипада Памсанага – «позор всей человеческой расы». То есть низший из людей, самый худший. Только самые низшие и самые худшие люди могут оскорбить Верховную Личность Бога, Хари. А, то есть Двипада Памсона ага, мы разобрали подробно, чтобы а, сделать очень ясным, а, очень ясным, что оскорбление Верховной Личности Бога это самое худшее, что только может быть в жизни человека, и тот, кто его совершает, Двипада Памсанага, позор всей человеческой расы, или как здесь переведено, personified evil, олицетворенное зло. И что вы думаете? Это не конец. Если этот человек, вот это олицетворенное зло или позор всей человеческой расы, худший из людей, оскорбляющий саму Верховную Личность Бога, если Нама Ашраяга, он обратиться к святому имени, примет прибежище у, у святого имени. Нама когда он безусловно преодолеет все последствия этих ужасных оскорблений Верховной Личности Бога силой святого имени Саннама Итак, смотрите, какое могущество проявляет Господь в этой форме очень милости, какую одновременно милость и могущество, которое проявляет Господь в этой форме Святого имени. То есть ничего хуже сделать нельзя, кроме того, что выше перечислено, да. И человек освобождается от последствий этих ужасных оскорблений просто повторяя Святое имя. Но намно пи сарва сухри до хяпарадхат пататья даха ну, если человек оскорбит само имя Господа, то даже если он очень благовоспитанный человек, который относится дружелюбно ко всем живым существам, ему конец, он отправляется, он падает в ад. С любого положения, если человек находится на очень возвышенном положении, в очень высоком сознании, сатова гуны, да, он относится ко всем живым существам, как дружелюбно относится ко всем живым существам. Если он с этого положения вдруг так случится, нанесет оскорбление святого имени Господа, ему конец. И наоборот, тот, кто примет прибежище у святого имени Господа, освобождается от самых ужасных оскорблений, даже если он низший из людей, двипада памса нога. То есть, очень важно не совершать оскорбления святого имени, одним из которых является Вайшнава-аппарат, оскорбление оскорбление лотосных стоп Вайшнава. Это цитата из Падма Пураны, которая очень-очень хорошо а, выполняет здесь функцию вот этого эпиграфа этой, в этой теме. То есть рождает интерес к теме. Да? Насколько могущественно и милостиво Святое Имя Кришна в этой своей форме Святого Имени, можно достичь, обрести все возможные блага, самые высшие из которых — это любовь к Богу, освободиться от всех возможных, что там говорить, грехов. Грехи — это пустяк, оскорблений. А от, можно легко избавиться от последствий всех грехов и оскорблений. Но в то же время, кто бы ни был он, каким бы возвышенным он ни был, оскорбление святого имени а, приводит человека к падению в ад. А, и начинается уже переч... далее, после этой шлоки, Джива Госвами перечисляет 10 оскорблений святого имени. Все мы их знаем, да? Сатам Нинда, а, цитирую шлоку из... Оттуда же из Падма Пураны каждое ему оскорбление он цитирует шлоку. Сатам нинда намна парамам апарадхам витануте. Смотрите, парамам апарадхам. Сатам нинда намнага парамам апарадхам. Самым, самым главным, самым худшим оскорблением в адрес святого имени Господа является оскорбление тех, через кого эта слава распространяется в этом материальном мире. Оскорбление тех, кто распространяет славу святого имени в этом мире. Сатам нинда парамам апарадхам питануте ятах ятам кадхам Перевод. Человек, который поносит и критикует преданных, совершает величайшее оскорбление парамам апарадхам, величайшее, самое великое оскорбление святого имени. Поскольку с какой стати да, святое имя будет терпеть эти поношения в адрес тех, через кого слава святого имени проявлена в этом мире, проявляется в этом мире, распространяется в этом мире благодаря преданным, вот это предостережение, их много И, да, мы начали с ссылки на господо Читанию, которое называют это хатиматой в учении ши чтаний махабрабувшили читать. там где есть истории а скажу, как печальные истории оскорбителей вайшталов там очень яркие истории когда а, Мога, да движимый Гопал чапал, движимые завистью, недобрыми чувствами, соперничеством, пытались сделать гадости и атаковали репутацию преданных госп... самого Господа Читания. Гопал чапал. Он выискивал недостатки в Господе Читании, пытаясь принизить его положение, его качество. И также подлог, был совершен подлог, так сказать, подбросили атрибуты поклонения Дурги к дому Шриваса Такура, чтобы очернить его, чтобы показать, а он не Вайшнав, оказывается. Вы ему, вы ему оказываете положение как вайшна а нет, он не вайшна вот посмотрите. Вот это яркие примеры оскорблений, когда люди движимые, очень низкими побуждениями пытались нанести вред вайшнавам. И, как правило, мы видим, объектом является репутация вайшнава. Как говорит здесь Джива Гасвами, что убийство даже не обсуждается, поскольку оскорбление вайшнава настолько опасное, что убийство вайшнава даже не будем обсуждать отдельно, потому что даже не надо убивать Вайшнава, можно просто атаковать его репутацию и человек уже будет страдать, так так как будто он убил Вайшнава. На самом деле мы уже об этом говорили, что для брамана и Вайшнава репутация это все, что у них есть. Они обычно не богаты, они обычно не привязаны ни к чему. Они даже не привязаны к тому, чтобы о них хорошо думали, и они спокойно переживут, что о них думают плохо. Но репутация мешает распространению славы святого имени. Браман не может обучать и проповедовать, его и никто не будет слушать, если у него репутация как недостойного человека. То есть по факту, здесь смысл не в том, что браманы и вайшнавы очень сильно пострадают. Нет, они не пострадают они, найдя прибежище у Господа, удовлетворены в своем истинном «я», в своих отношениях с Кришной. Они удовлетворены своим вкусом личного баджана, поклонения Кришне. Они не пострадают, но нужно понимать, что когда объектом атаки является репутация вайшнава, проповедника или брамана, то это все равно, что просто убить его. То есть нужно просто положить на весы и понять, что это одинаково. Просто убейте его, да, пристрелите там, не знаю, зарежьте. Или можете просто поносить его и распространять слухи. Одно и то же. Одно и то же. И причиной, почему люди так делают, являются вот эти низкие побуждения, влияние ниши гун природы, страсти и невежество, невежество в особенности, зависть, соперничество ненависть, недобрые чувства побуждают делать такие гадости. Это все, безусловно, разрушительно для духовной жизни. И это не является вообще вайшнавским поведением. Вайшнавы так не должны поступать. И далее перечисляются все остальные оскорбления святого имени. И потом последовательный, подробный анализ каждого из них. Одну секунду. Сейчас мы перейдем уже непосредственно к анализу первого оскорбления. Итак, ссылаясь на Сканда Пурану, Дживага с вами цитирует Сканда Пурану. Это беседа между Маркандей и Бхагиратхой. И он произносится две шлоки. Две шлоки. Дживага с вами цитирует. В одной говорится, что глупцы, мудхи, конченые глупцы. Только мудха это очень крайняя степень глупости. То есть мудха также означает осел. В западном мире также глупых людей часто называют ослами. Мудха – это очень классическое ведическое обзывание крайне глупых людей, безнадежно глупых, очень глупых. Итак, ниндам курвантие мудха. Ниндам да, – поносить и в плохом смысле критиковать преданных могут только мудхи. И преданные здесь используется термин вайшнаванам махатманам. Великие преданные, великие души. Великие преданные означают пре", очень продвинутые преданные. То есть прежде всего оскорбление опасно в адрес безупречных великих душ вайшнавов, чистых вайшнавов. Поскольку вошнавы безупречны, у них нет недостатков, их не за что критиковать. Но тем не менее, если человек это делает, он конченый глупец. И что с ним будет? Патантий, он будет сброшен. Питрибии, вместе со своими предками. Сардхам махараурова самгите. вад, который называется махараурова. Подробнее в пятой песне можно почитать, что там происходит и какие страдания там испытывают живые существа, грешники. В Махараурова это один из адов, одна из адских планет. Для каждой планеты характерны свои специфические страдания, через которые проходят там, через которые протаскивают буквально грешников. Итак, этот глупец, который критикует Махатм, великие души, вашнавов, в которых нет никаких недостатков. Он, то есть, действительно, если, если человек на хорошее говорит, что оно плохое, ну, кто он, как не мудха? Конечно же, он безнадежный глупец. Это характеристика какой гуны, кто помнит из Бхагавадгиты, кто читал всю Бхагавадгиту, изучал всю Бхагавадгиту учение о гунах. Какая это гуна, когда человек хорошее принимает за плохое, плохое за хорошее, религию за безбожие, а безбожие за религию. То есть все наоборот. Это тамас, это гуна невежества. Поэтому, когда человек видит хорошее, где нет ничего плохого, и поносит это, называя хорошее плохим, то он мудха. И что с ним будет, если его объектом является безупречный вайшнав, великая душа, он вместе со своими предками будет сброшен в ад Махараурова. Здесь мы уже можем начать различать между допустимой критикой а или даже благотворной критикой, полезной или даже необходимой критикой иногда, и поношением или ниндой, оскорблением. Вот это вот один из критериев, когда объектом критики является то, что, в общем-то, не должно быть объектом критики. То есть человек просто мудха, просто конченый глупец. И дальше перечисляются способы, как можно, оскорбив Вайшнава, отправиться в ад. Шесть способов перечисляется. Ханти – убивать или наносить увечья. Нинданти – поносить или критиковать. И вот здесь мы с вами уже начали обсуждать, что «нинда», «ниндати» не может быть хорошим. Это омерзительное качество, которое ведет человека в ад, движимый который, которым он оскорбляет вайшнавов. А так как слово «критика», оно имеет такой нейтральный оттенок. То есть «нинда» на санскрите «нинданти», ти правильная форма, да, поправил один преданный специалист в санскрите Ниндати. не может быть чем-то хорошим, это всегда отвратительно, это способ отправиться в ад. Иногда слово Нинда или Ниндати переводится как criticizing, критиковать или, да? иногда как поносить. То есть слово критиковать также используется, но в Перевод он уже не имеет такого а, четкого окраса, как само санскритское слово. Ниндати однозначно, это только черный, это не может быть белым. Это то, что ведет в ад, поношение преданных, а, или очень или негативная критика, которая не несет никакого блага ни критикующего, ни критикующему, ни, ни критикуемому, а, ни, ни окружающему ни этому миру. А, то есть плохая критика ⁇ это критика, которая не несет никакого блага, не имеет никакого хорошего эффекта. А, еще один критерий. А, таким образом, не дойти всегда плохо, тогда как перевод этого слова ⁇ критиковать ⁇ поношение ⁇ это тоже плохое слово. Если пришел Брупада и использует часто ⁇ поносить ⁇ и поносить это всегда плохо. Это пон... Нельзя поносить, так сказать, во благо мира. Да? Давайте сейчас возьмем кого-нибудь и коллективно начнем его поносить. И будем так поносить его несколько минут. Ну, какое будет благо? Никому благо от этого не будет. Но иногда в переводе мы видим слово «критиковать». И критика, она может быть ниндой, а может не иметь отношения к нинде вообще. Но, тем не менее, быть критикой. То есть критика не всегда плохо. Да. Критика не всегда плохо, а Нинда – это только плохое. Это два способа – ханти – убивать или наносить увечья. Ниндати – поносить или критиковать каким-то таким образом неправильным. Двешти – испытывать ненависть к преданному. На Набхинандати – не приветствовать преданного, встретив его или когда он пришел к нам Крудгате гневаться на преданного, изливать на него, срывать на него свой гнев. Но Харшам Даршане не испытывать радости при виде преданного. Вот это шесть способов отправиться в ад, согласно Сканда Вот из этой беседы Маркандеи и Багиратхи. И все, что мы сейчас с вами здесь читаем, это предостережение против оскорблений. Но мы с вами вынуждены, так сказать, создать здесь некий факультатив по поводу нинды и критики, поскольку это очень опасно, если под соусом какой-то конструктивной критики мы в действительности совершаем оскорбления, и также не менее опасно, если мы называем оскорблениями любую конструктивную и благотворную критику оправданы. А? Ни того, ни другого не нужно допускать, поэтому мы уделяем этому внимание. Можно задать вопрос сейчас если есть, Хари Кришна. А будем ли мы разбирать вот эту грань между конструктивной критикой и моментом, когда ты уже критикуешь, это является оскорблением? Да, я хочу как раз к этому перейти. Тогда давайте перейдем, раз вопрос уже говорит о том, что пора требует этого немножко еще предостережение, что говорится, что даже услышать поношение Вайшнава также причисляется к оскорблениям, засчитывается за оскорбление, слушать, как другие поносят Вайшнавов. Если мы будем слушать, то мы соучастники. Таким образом, мы тоже совершаем оскорбления. И здесь цитируется Шримад Багав, там 10 песня. Любой, кто не уйдет сразу, не покинет сразу то место, где поносят преданных Господа, а вместо этого он останется и будет слушать это. Господа или его полных веры преданных, он непременно падет и лишится всех своих, всего своего благочестия. То есть человек, который подумает, что в принципе, интересно, давай-ка я послушаю, вместо того, чтобы покинуть это место. Он лишается благочестия, падает со своего положения, лишается благочестия. Это засчитывает, настолько это плохо. Да? И далее говорится, что человек, который не может покинуть это место... А, точнее, если человек не может вообще ничего сделать, он должен покинуть это место. Если же он может, то надо отрубить, отрезать язык тому, кто поносит вайшнавов. Если он не может этого сделать, то ему нужно покончить с собой. И цитируется шлока из четвертой песни Шримад Бхагаватам. Сати произносит эти слова, понося и критикуя своего отца Дакшу. Она говорит о том, что нельзя поносить и критиковать вайшнавов. Это тоже интересный момент, что критика, критика сати правильно, она несет благо всему миру. Тогда как критика в адрес Господы Шивы со стороны Дакши неправильно, она не, не, несет никакого блага. Итак, Сати говорит, когда защитник религии когда, когда защитник религии господин когда, когда защитника религии господина оскорбляют люди, не, не контролирующие свои чувства, человек должен покинуть это место, заткнув свои уши. То есть нужно заткнуть уши и уйти, она говорит, когда мы видим, что оскорбляют такую великую личность, как Господь Шива. Здесь Господь Шива имеется в виду. Если он не может ничего сделать, то надо вот просто заткнуть уши и уйти. Настолько опасно Слушать оскорбления Вайшнавов, если, если же возможно, он должен силой отрезать язык оскорбителю, который говорит плохо, И, или он должен покончить с собой. Это правильное подобающее поведение в таких случаях, заключает Сати да, по-моему, это слова сати, но пока это слова сати, да. Но критика, слово критика, не всегда является ни проявлением нинды и а критика иногда допустима, иногда благотворна и даже необходима. Да, и поношение, конечно же, или нинда, это не может быть хорошим, это всегда плохо. И какова же разница и где эта грань? Секунду. Какова же разница, где эта грань между допустимой благотворный или необходимый какой-то конструктивной критикой и оскорблением. Давайте разберем с нескольких точек зрения. Первое это хету или мотивация на санскрите хету, то есть то, что является причиной наших действий, мотив. Фактически слово хету используется как мотив. А, какова же и хету также является причиной? То есть в случае действия мотив является причиной этого действия. А поэтому вот это слово, этот термин используется хету. И какова же хету, какова же причина критики? То есть мотивация, зачем? Зачем человек это делает? Какова его цель? А? Вот здесь вот мы можем искать вот эту грань. То есть, если целью является навредить личности или его репутации, как мы уже выше говорили, причинить боль словами, выразив свой гнев, да, сорвав свой гнев, что тоже выше было как один из шести способов отправиться в ад, то ну, гнев, зависть, это можно выделить отдельно вегом побуждение. То есть, что, что, что побуждает. Это как это здесь речь уже о неконтролируемых побуждениях, то есть вегом. Гнев, зависть могут скрутить человека так, что он не может их контролировать, и они выливаются. И там уже какие-то действия и слова являются следствием того, что он просто не контролирует свои вот эти низкие побуждения, свой низкий вкус к тому, чтобы опускать других, поносить других, возвеличивать себя таким образом. Это низкое побуждение, это вегом, и человек не контролирует его. Он либо не видит, не может его отслеживать, не понимает, что это плохо. Либо понимает, но просто не, см не может проконтролировать. Разные могут быть случаи, но так или иначе это все естественно оскорбление. То есть когда хету или вегам мотивацией является навредить личности или его репутации, причинить боль, или человек не контролирует себя и выливает свою раздражительность, неудовлетворенность или гнев, или движимой завистью пытается что-то сказать или сделать с целью разрушения, с целью вреда, нанесения вреда, ущерба. Конечно же, это нинда. Это все относится к категории нинда или... Кротхи, гнева, то есть это все попадает в категорию оскорблений. Также и более, более тонкие вещи, соблюдение, несоблюдение, нарушение субординации. Да. То есть неуместность критики фактически. Когда она неуместна, в каких случаях она неуместна, когда мы нарушаем принципы субординации. То есть согласно этикету мы не должны критиковать старших. Но, тем не менее, мы делаем то, что мы не должны, нарушаем эту субординацию. Здесь тонкий момент. Это не так, что мы не имеем права понимать, что старшие ведут себя неправильно. Мы имеем право. Но что с этим делать, это уже вопрос культуры, вопрос этикета, и вопрос умения действовать в различных обстоятельствах. Таким образом, оскорбление может рождаться из-за нарушения принципов субординации, из-за нарушения этикета. Когда мы говорим кому-то что-то или о ком-то говорим что-то, что в принципе мы не должны. И если быть практичным, то... Критиковать учеников Шилопроупады, в принципе, неправильно. То есть мы можем понимать, что кто-то из них отклонился когда-то. Может быть, мы даже сумеем увидеть, что кто-то отклоняется сейчас. Но это, если это происходит, если происходят отклонения, если происходят ошибки, неправильное поведение. Мы должны это видеть, мы должны быть способны распознать это. Но нужно ли нам заниматься этим вопросом? Большое сомнение. Это должны делать более старшие преданные, которые равны, тоже, тоже являются учениками это общий Это общий принцип субординации, но он может быть иногда нарушен. В каких-то случаях, допустим, в философском диспуте может случиться так, что преданный, который является младшим, но квалифицированным для диспута на основе шастера, может вступить в спор. Так может сложиться, такая ситуация может сложиться с преданным, который старше. Да? И он должен просто следовать правилам диспута. И если он выигрывает и побеждает в споре старшего... Это не является оскорблением. Более того, не является оскорблением напомнить старшему, чтобы он просто так не смывался э, с ринга, так сказать, а признал поражение свое сначала. Это не будет оскорблением. Само по себе это просто это следование правилам. Младшие могут спорить со старшими правильным образом спорить, но у нас часто случается так, что ни младшие, ни старшие иногда не умеют вести диспут правильным образом. И получается в действительности просто ну, ссора, склока, а не диспут. Ну, допустим, если для диспута люди квалифицированы, диспут можно иметь со старшими. Нет, здесь нет рамок субординации. Вы можете выразить сомнения в правильности суждений или правильности действий старшего и предложить разобрать это на основе авторитетного источника на основе каких-то высших стандартов если при этом не не быть непочтительным а просто и не переходить на личность а разбирать только поведение и опираться на гуру саду и шастры то Победа, сам диспут, и также победа в таком диспуте не будет являться оскорблением, даже если кто-то плохо себя при этом почувствует в итоге. А, то есть субординация очень важна, но в споре нет субординации. В споре есть общие правила. То есть, если мы будем спорить с младшим или с равным, правила одни и те же. Правила одни. В диспуте есть правила, но они одинаковые, и субординация там не работает. Поэтому, когда вопрос обсуждения истины, утвержденный в авторитетных источниках, понимания этой истины, разбора правильного, неправильного понимания, то здесь мы можем просто следовать букве закона, да, священных писаний, опираясь на них, доказывать правильную точку зрения, опровергать неправильную, неважно, кто является ее носителем, старший, младший или равный, неважно но выступить с осуждением кого-то из старших публично является дурным тоном и является, в общем-то, уже нарушением субординации, скорее всего является. Я дополняю, скорее всего, потому что ну, не, не встречал довольно конструктивные замечания и не только конструктивные замечания со стороны младших в адрес того, что говорят или делают старшие. А эти замечания, эта критика или это выражение несогласия публичное, оно было абсолютно просто вынужденным. То есть это не было прихотью какой-то. То есть неправильные действия иногда вынуждают на них реагировать. Поэтому могут быть какие-то случаи, когда мы вынуждены просто отреагировать, вынуждены что-то сказать. И еще еще один момент, который хочется подчеркнуть, где искать вот эту грань да? то есть через э, в каком направлении искать вот эту грань между оскорблением и благотворной критикой. грамотность, насколько критика грамотна, то есть если она не подкреплена высшим авторитетом, то есть безграмотная критика. это плохая критика. Скорее всего, там как человеком движет либо глупость, либо какие-то низкие эмоции. Насколько они низкие, насколько он глупый, это уже все индивидуально. Вариантов может быть много, но смысл в том, что неграмотная критика не имеет ни силы, ни эффекта, не несет блага, она бессмысленна. Если мы не можем грамотно критиковать, то, конечно же, не надо критиковать вообще. И что важно, на чем важно сосредоточить свое внимание, на том, что есть вещи абсолютно необходимые, то есть мы имеем полное право, и здесь без компромиссов, и без каких-то вариантов, без, без за и против, так сказать. Анализ и способность различать ⁇ это наша... Право, более того, это даже наш долг, это необходимо, чтобы продвигаться духовно. Мы должны держать свой разум в тонусе и анализировать происходящее вокруг нас и быть способными понять, что что-то происходит правильно, а что-то идет не так. Кто бы там ни был, старший, младший, насколько старше, неважно, если он поступает неправильно, мы должны быть способны понять, что он поступает неправильно. Да? не ошибиться, не, навесить, не навешать собак, так сказать, на кого-то, а именно понять, я говорю о способности анализировать и различать. Это функция интеллекта, абсолютно необходимая для духовного продвижения. Мы должны понимать, что, что ведет к деградации, что стагнирует или тормозит духовное развитие, а что ведет к прогрессу, что благотворно. Что, что делается правильно, что неправильно, где правильная проповедь, где неправильно, это абсолютно, абсолютно необходимо. Здесь нет вариантов, что это плохо может быть иногда. Это никогда не может быть плохо, если я способен увидеть, что кто-то из суперстарших отклоняется от шилопроупады. Это никогда не плохо, если вы смогли это увидеть. Это милость Кришны. Кришна дает вам разум. Хорошее общение сформировало ваш разум. Чтение книг Шила сформировала сформировало ваш, ваш, ваш разум так, что вы смогли это увидеть. Это достижение это здорово. И всегда хорошо, и никогда не может быть плохо. Но таким образом перед человеком открывается выбор, что он будет с этим делать. Вот он разобрался, он анализирует, он понимает, что он будет делать с этим дальше. Он будет чувствовать свое превосходство, свое величие, свою исключительность. Он будет, пользуясь этим, поносить и унижать других. Снимет с себя вот этот ограничивающий жилет субординации, этикета, приличия и так далее. И будет просто так сказать, расстреливать человека, который уже и так оступился или делает что-то не так. То есть вопрос в том, что, что у нас всегда есть выбор, как поступать и что делать с тем, что нам дано в распоряжение, в частности, и разум, и способность различать. То есть а дальше, вот, дальше уже вопросы. Мы анализируем, мы понимаем, что правильно, что неправильно, можем распознать это, но что дальше? Это никого не беспокоит, это, это, это достоинство. Но дальше, уместно или неуместно мы осуждаем человека. Молчим мы, когда нам надо молчать, или мы говорим, когда говорить не стоит. Вот это уже может вызывать вопросы или даже возмущение и недовольство. То есть в какой форме мы высказали свое несогласие. Безусловно, здесь есть очень большое разнообразие вариантов, как как можно повести себя, и большое разнообразие вариантов, как реагируют на критику другие, какая бы она ни была чистая, благотворная и конструктивная, все равно можно попасть в список оскорбителей, все равно вас могут записать в черный список, то есть это уже реакции. И мы должны быть настолько разборчивы, чтобы понять, что негативная реакция на мою критику сама по себе не является доказательством того, что моя критика неправильна или она является оскорблением. То есть мы должны независимо, независимо от этого, от реакции на нашу критику или на наши, э, наоборот, воздержание от критики, независимо на реакцию понимать, что мы действуем правильно. Или понимать наоборот, что мы действуем неправильно, что хотя у нас есть тут соратники, они одобряют, они подбадривают, молодец, хорошо сказал, но мы сами чувствуем, нет, они, может быть, и чем-то довольны здесь, но я чувствую, что я совершил оскорбление. Или наоборот, кто-то осуждает нас, а мы должны понимать, да, их реакция продиктована мирскими сентиментами, я не совершил никакого оскорбления. То, что я сказал, это не сказал. Это необходимо понимать каждому преданному И то, что преданные не понимают, не хотят это понимать, отключают свои мозги. Это это плохо и для них и для движения в целом. То есть мы еще раз мы должны быть способны. Мы говорим тут о способности различать, что правильно, что неправильно. Но вот есть э, наше собственное сознание внутри которого мы должны быть способны разобраться и понимать, где я поступаю правильно, где неправильно, где я совершаю оскорбление, а где не совершаю. Независимо от реакции на наше оскорбление, как не оскорбление, или от реакции на наше не оскорбление, как на оскорбление. То есть мир этот, он, в общем-то, сумасшедший. Здесь все управляется гунами материальной природы и часто низшими гунами. Поэтому реакция на наши действия может вводить нас в заблуждение, то есть реакция окружающих может поощрять нас в неправильных тенденциях, и наоборот, реакция окружающих может блокировать в нас правильные побуждения. Таким образом, мы должны руководствоваться высшими критериями, не vox populi, не реакцией публики. Негативный или позитивный. То есть, вот я, я сейчас говорю о том, в каком направлении и до какой степени нам нужно развивать эту способность различать, развивать свой разум, который должен не зависеть ни от чего, кроме выводов священных писаний, гуру, саду и шастр, направляться исключительно логикой священных писаний. И через призму знания священных писаний мы должны оценивать, что с нами происходит, что мы совершили правильно где мы поступили правильно, где мы совершили ошибку. Безусловно, во всем этом должно быть квалифицированное общение, оно будет помогать. Итак, анализ и способность различать это нужно развивать, это не надо отключать никогда. По сказанному, если есть вопросы, можно... Есть вопрос написанный. У нас в обществе сливаются и нинды, и критика. Это не вопрос этого утверждения. А на вопрос, сколько чистых преданных в обществе, Пропада спросил, сколько человек у нас в обществе. Вот столько чистых преданных. Еще одно утверждение, которое можно да, рассмотреть. Ну что, ну что имел в виду Шилу Пропада, что здесь некого критиковать, или никто не ошибается, никто не падает. И при нем уже падали, ошибались и отклонялись. И их убирали с положения, их разоблачали, то есть объясняли, запрещали приходить в храм даже. То есть, что это означает? Это утверждение очень общее, оно неточное. А, не потому, что не неточно, а потому что такова, в общем-то, лексика в любом человеческом языке и таковы стили выражения точки зрения так уж случается, что часть нашей речи и часть наших повествований, изложений какого-то знания, она будет содержать общие фразы, обобщающие в себе какие-то принципы, но не являющиеся полным знанием, или как бы не дающих полного понимания об этом предмете. Да, и в данном случае, сколько преданных, чистых преданных у нас, у нас в обществе, сколько преданных, столько и чистых. Это общее утверждение, имеется в виду, что каждый, кто встал на путь сознания Кришны, практикует его искренне. Даже если он пока еще не достиг совершенства, он уже является чистым преданным. И далее Шилабхапада привел пример, который приводят наши ачари. Это пример с зеленым и спелым манго. Это очень общее. Но среди всех этих чистых преданных кто-то перестает быть чистым преданным, отклоняется от пути чистой преданности. И с этим нужно иметь дело. А что по поводу а, сливаются нинды и критика? То есть когда мы, мы ненавидим и критикуем, мы вроде по делу критикуем, но в то же время мы и ненавидим. Это вот, вот это интересное замечание. Матаджи не, не опытная. Матаджи уже и очень правильно заметила, что вот в этом опасность. Это опасность совершить оскорбление внутри обоснованный с некоторых точек зрения критики. То есть с какой, с какой точки зрения обоснованный человек поступает неправильно. Это является основанием для критики. Основание реальное. Критика имеет право быть. Но это не означает, что мы можем совершить эту критику, не, не добавив туда сока своей зависти, ненависти, гнева и сопер, соперничества или еще чего-то. Можем. Да, то есть у нас есть такая возможность. Мы в истории с зональными очариями, это очень грубое и позорное отклонение, которое случилось в нашем движении. И многие очень сильные и преданные помогли положить конец этому отклонению почти. И те, кто воевал против зональных ачарьев. Многие из них это выдающиеся преданные, которые совершили очень замечательный прогресс в сознании Кришны и очень много важного служения для Шилбрупады, Очень сбалансированные личности, но некоторые упали. То есть смотрите, на одной стороне баррикад были и те и другие. Они сражались против отклонений, но кто-то слишком много акценты делал на своих личных амбициях и был движим своей завистью. И был уведен, так сказать, его отвлекло, отвлекли эти низшие качества от чистой идеи сознания Кришны. То есть он сражался не за чистоту движения, а он сражался с теми, кто ему не нравится, под предлогом сражения за чистоту идей. А, то есть Нинда, может слиться с критикой. То есть критика вроде бы с какой-то точки зрения обоснована, но человек закапывает себя, тем не менее. И кто об этом знает? Ну, время покажет, когда человек уже закопал себя, да. И, ну, в как, на каком-то этапе никто ничего не может сказать. Хотя могут быть какие-то признаки в, в манерах, возможно, манеры выражения этой критики будут намекать или выдавать что есть что-то нечистое но лучше всего это может знать сам человек то есть духовная жизнь это жизнь для сознающих существ которые э, сознают на каждом шагу что они делают и несут ответственность за свои действия то есть это жизнь духовная жизнь это не для э, не для невнимательных. Мы сами можем, только мы можем это знать. И вот эта, вот эта способность не совершать оскорблений, при этом не отключать свой разум с его функциями анализа и распознания, что истина, что нет, можно сравнить с ездой на велосипеде, где необходимо поддерживать равновесие. Очень сложно объяснить в теории, что такое равновесие. Вот это самое важное утверждение, которое я делаю в обсуждении вот этой темы. Где эта грань? Я очень много думаю об этом, очень много раз это уже обсуждал. И иногда кажется, что я все время думаю об этом, потому что я не хочу совершить оскорбления. Но в то же время я вижу, что есть необходимость высказываться против многого. Что происходит в нашем движении? И это создает беспокойство. Ну, нужно делать это, но в то же время не, не нужно совершать оскорблений. Ага. Я хочу спросить: вот Бхагавадгита 2.4, там силы пропадают в комментарии, пишет, что старшим. Нельзя перечить. Речь да, по-русски, а по-английски -по написано, что согласно общему этикету старшим нельзя, в отношении старших нельзя допускать даже словесную ну, перепалку, битву, как бы, сражение. И вот в связи с, в связи с диспутами вопрос, как, бы, как вот этот диспут, диспут со старшим, который допустим, он как-то официально должен начаться или, или как-то спонтанно? То есть как, как понять, что вот сейчас начался диспут? Традиционно, э, традиционно, в традициях, где существует культура диспутов и правила диспутов, э, люди разных возрастов и разных э, статусов, ну, безусловно, это обычно браманы, между браманами происходит, э, вступают в диспут без каких-либо ограничений, то есть не пандит спорил с Кеше в Кашмире, Емуначария... Э, ему начаря ему на в юном возрасте спорил тоже с Дигвиджаем, с Пандитом. То есть здесь нет, здесь нет ограничений. Это не является перечить или вступать в перепалку. Диспут есть диспут. Почему у нас сложности возникают, когда диспут начинается, а что диспут, а что не диспут? Потому что у нас нет этой культуры, нет этого адхикара, нет этого умения. И диспут это непростая вещь, это отдельная тема открывается. Правила диспута они не только логичны, они этичны. То есть этика и логика являются одновременно двумя как бы опорами в диспуте. И наоборот, отступление когда подрывается одна опора, а этикой остается только логика тарко или неая то возникают запрещенные приемы диспута Джалпа, хетовабаа и так далее. Есть несколько запрещенных приемов диспута, которые не способствуют правильным выводам и не способствуют установлению истины. Они служат исключительно эгоистическим целям одного из дискутирующих. Таким образом, это это предмет непростой. Квалификация для диспута это очень прочная нравственность и подразумевающее беспристрастие, то есть интерес к истине, к, к правильному заключению, да, и очень развитый интеллект. Человек логичен, он может и, и, и образован, он может приводить правильные аргументы, обосновывать свою точку зрения, и также он может, это тоже относится одновременно здесь иногда этика и, нрав, и логика действуют Да, он может признать свое поражение, он может согласиться, что он не прав. Даже сомнение является очень конструктивным состоянием в логике когда человек не уверен, он не до конца уверен в правильности своего понимания. И это позволяет ему всегда достигать правильного понимания. Неуверенность в правильности своего понимания обеспечивает правильное понимание. Поэтому, когда начался диспут... Если старшие сделали какое-то заявление, на ваш взгляд, неправильное с точки зрения Гуру, Саду и Шастар, тем самым своим заявлением они дали право с ними не согласиться. Вот, то есть, когда начался диспут, диспут начинается с утверждения. Утверждение сделано, все, диспут можно начинать. Если вы увидели утверждение кого-то из старших в сети сейчас, в интернете, и оно неверное с точки зрения гуру Саду и Шастра. Даже если ты ученик Шилапрупады, вы имеете право с ним не согласиться. Осуждать его за какие-то нравственные провалы или за потакание каким-то низким качеством кого-то из старших, там, Пуджа, Лобха, Пратишха, это не, ну, как бы неправильно, это переход на личность, это уже вообще не диспут но мы не касаемся качеств, мы имеем дело с утверждением. Если утверждение сделано, все, это утверждение дает вам право поддержать его или не согласиться с ним. Диспут начат. Можно так считать. Отвечать на ваш вопрос или есть еще? Да, да, отвечаю. Нельзя совершать оскорбление, если мы не согласны с заявлением кого-то из старших. Но ну и мы ну нельзя с ним соглашаться, если оно неверное с точки зрения Гуру Саду и Шаста. Поэтому надо найти подобающую форму несогласия, выражение своего несогласия с утверждением, ко которое не будет содержать оскорбления или не будет подвергать, как бы не будет разрушать целиком всю репутацию этого Вайшнава, в чем нет необходимости, в чем нет, в общем-то, объективности тоже. Зачем, если он распространяет много бы книг, допустим, или он очень следует очень строго Садане, зачем его уничтожать всего целиком? А? Нужно просто не согласиться или опровергнуть одно его утверждение какое-то или два. Ну, атака личности есть в терминах логики, где опять с точки зрения логики, если смотреть, где оскорбление начинается, где эта грань, когда мы выходим уже на уровень аппаратхи с точки зрения логики и правил диспута переход на личность аргументом Адхомином это является аппаратхой. аргументом Адхомином переход на личность когда атакуется дискредитируется сама личность а не аргументы личности то есть мы пытаемся как бы смыть личность вместе с его аргументами атакую именно личность. То есть у нас нет ничего против аргументов, мы контраргументов мы не имеем, мы переходим на личность. А вот эта личность, да кто он такой? А он... это самое простое заявление. А, кто, а ты кто такой? Вот он много храмов построил, или у него тысячи учеников, или вот он саньяси, очень аскетичный, строго следует всему. А ты, Грихасха, всего лишь, ты вообще никто, ты ничего не создал, ты ничего не сделал. Вот. То есть это вот это оскорбление, это вайшнава аппаратха. Ты ничего не сделал, ты ничего не создал. Ну, как бы не обязательно, что тот, кто много делает и много создает, он находится целиком и полностью в чистом сознании Кришны. Не обязательно. И наоборот, Шилопропада тоже до 69 лет ничего не сделал. Но, можно сказать, так аргументом uh, от в логике или в диспуте это аппаратха, оскорбление, когда атакуется личность. Uh. Mm, еще что-то? Да. пожалуйста, Матаджи, вопрос. Хари Кришна, а вот мы обсуждали когда сливается нинда и конструктивная критика. И вы приводили пример с зональными очариями. Вы не могли бы еще раз объяснить? Немножко не уловила суть, что, что пошло не так там. А, ну, это отдельная тема. Отклонение в виде зональных очарьев после ухода Шилопраупады. Когда зональные очари слишком много на себя притянули положение власти, и славы, призна, поклонения формального авторитета, затмив Шилупрупаду. Это отдельная история, как плохо это было, насколько это было плохо. Это, закон... это длилось после ухода Шилупрупады и в начале 80-х этому попытались положить конец и вроде как успешно <laughs> до какой-то степени. И президенты храмов объединились против вот этого узурпирования положения Шилупрупады, против вот, это... вот этого пафоса, в виде института зональных очарьев. Они брали титулы на себе подобные правупади, там Вишнупаде и так далее, какому-нибудь паде еще. Вот. и они принимали на себя поклонения, они подобные шили правупади. У них были отдельные ясасаны в храмах. Но это я уже рассказываю об отклонении. Суть не в этом, суть в том, что вот было отклонение и возникло противостояние, борьба с этим отклонением. Президенты храмов в Америке объединились в группу и боролись с этим отклонением и, в общем-то, победили. Мы будем считать, победили это отклонение. Да? Но те, кто были на стороне президентов храмов, некоторые из них сделали тем самым этой борьбой хорошее служение движению Шилупрупады, и всем нам освободив вот от этого безумия наше движение. Да? А некоторые из них упали, ушли в маю, потеряли сознание Кришны. Вот, смысл в том, что кто-то критикуя конструктивно, не совершал оскорбления, а кто-то, критикуя конструктивно, совершал оскорбления как можно пить воду в и Кадыше, допустим, ну, в пост, как в сухой пост, можно пойти омываться и, и, и пить воду во время сухого поста в момент омовения. И таким же образом человек, критикуя в ситуации, когда критика имеет основания, имеет право быть, тем не менее удовлетворяет свои низкие потребности в зависти, в ненависти и в соперничестве, что является продуктом зависти. Вот, вот что пошло не так в общем-то, иллюстрация, жизненная иллюстрация. Некоторые из них упали, хотя они были на правильной стороне. Понимаете, те, кто были на правильной стороне, они все равно остаются в этом состоянии риска совершить вайшнам аппаратку. Вот в этом point, вот в этом утверждение. Ответил я на вопрос? Хари Кришна, спасибо, да. Ну, давайте здесь остановимся. Если есть вопросы, сохраните их, запишите, как я часто напоминаю, но не знаю, имеет это эффект или нет. Продолжим эту тему. Есть еще что обсудить в этой теме в следующую субботу. Харе Кришна.